Всем привет, с вами Декор Прайс. Сейчас мы находимся на объекте. Идет уже процесс грунтования стен. Это у нас будет прихожая и кухня в отеле. Используем вот такую вот грунтовку. В работе у нас ванночка, кисть и, соответственно, валик. Равномерным слоем грунтуем, не допускаем потеков. Итак, когда наша грунтовка уже полностью высохла, приступаем к покраске. Для этого мы используем телескопический удлинитель, валик, кюветочка и непосредственно сама наша краска. Это у нас идет Enel Latex Matte, затонированный цвет E1560. Темно-темно-серый цвет. Набрали краску на валик. Так как краска у нас идет с первым глазом укривистости, с одного макания валика мы можем закатать сразу 3-4 квадратных метра. Что это немаловажно. И когда вот наша вся краска, вторые слоя уже полностью высохла, мы будем приступать к нанесению самой декоративной штукатурки, матовый вельвет. Это у нас вот такая вот красотень. В работе будем использовать накидной шпатель и гладилку. У нас это идет Ками именной. Предварительно мы краску немного зашкурили наждачной бумагой, так как это все-таки черновая стройка идет. Может быть, сыпется песок, козюлины попадают на краску. Как вон, к примеру, маленькая козюлинка. Их не должно быть у нас на поверхности, так как на них будет скакать шпатель или со мной будет портиться. Вот нанесли мы первый слой. Слой наносился на сдир. Заполняли просто вельветом краску, всю нашу подложку. Наносился хаотично, мы не придерживались никакого рисунка. Рисунок будем делать сейчас на втором слое. Антон. Thank you.
часы.